Всем привет, друзья! Всех поздравляю с наступившим 2021 годом. В этом году еще снимаю первое видео. В данном видео покажу, как не допустить зимой замерзания снега на подкрылках и на порогах. Купил вот такую силиконовую смазку с трубочкой. Можно еще смазывать ВД-шкой. Ну, ВД-шка сильно дорогая, а вот такая вот силиконовая смазка стоит всего 60 рублей. Машина должна быть чистая после мойки. Подкрылки все помыть. И чтоб не произошло вот так, нужно обработать силиконовой смазкой либо ВД-шкой. И тщательно все так побрызгивал. Силикон он жирный, снег на него попадать не будет. Налипать, то есть, не будет. Друзья, баллончика хватило на два передних подкрылка. Сейчас поеду еще куплю один баллончик и задние подкрылки также смажем. Баллончик 200 миллилитров, можно покупать 400, а ВД-шка 400 миллилитров примерно рублей 400 стоит, так что лучше силиконовой смазкой смазать. Все, всем спасибо за просмотр, пока.